блестят стеклянные шары. Серебряной латынью, что сохранилось от поры, какой уж нет в помине. И сумасбродный старичок, почти ума лишенный, откинул ласково крючок дверей для приглашенных. Он сердце вытащил свое, рукой раздвинул ребра, цедит целебное питье. Жестоким и недобрым там литер черный порошок, в пробирках и ретортах с родной мечтательной душой. Напополам растерты, вот это темное питье, состав от ностальгии, учили, как лечить ее. Овидий и Вергилий, а сколько протянулось рук, за тем волшебным средством, что вопреки суду наук нас возвращают в детство. Аптекарь древний, подбери такие дай пилюли, чтоб декабри и январи перевернуть в июле, и чтобы как чума дотла зараза раболепства здесь уничтожена была. Старинным книжным средством, и чтоб не видел белый свет бацилл липучей лести, и чтоб свели следы на нет жестокости и мести. Толпа народа у дверей, толпа в самой аптеке, и среди тысячи людей не видно человека, кому бы не было нужды до разноцветных банок, что молча выстроясь в ряды играют роль